Пляж за поселком Витязева пользуется недоброй славой. Сотни отдыхающих на автомобилях подъезжают практически к самому морю. Но даже не это заставляет бить экологов в набат. Практически каждый посетитель пляжа оставляет после себя мусор. И его счет идет уже на тонны. Мусор, тот, который в течение сезона собирался, отдыхающих, к сожалению, мало здесь контейнеров, практически не было вообще. Все, вот люди по барханам. Вот это несколько часов собирали эту кучу. И это уже не первая куча, которую мы отсюда вывозим. Пустые бутылки, одноразовая посуда, да и просто ставшие ненужными сломанные вещи. Все это сотрудники МУПАКУ собирают по дюнам и складируют. Только за сегодняшний день набралось порядка 10 тонн твердых бытовых отходов. Работа муниципальным предприятием, она ведется. К сожалению, те территории, которые не попадают под ведение муниципалитета, там вот территория Косы, например, Витязовская, она относится там к военному полигону. К сожалению, там наше руководство как-то пытается с ними наладить отношения, но не получается это. И мы своими силами периодически делаем такие вот массовые вылазки и вывозим оттуда этот мусор. Люди отдыхают там дикарями, заезд он там как бы не через территорию пляжа проходит, поэтому объемы очень большие. Вот сейчас на данный момент мы за 2 выходных дня вывезли порядка там 40 тонн этого мусора. Руководство пляжа по поручению главы взяло ситуацию на особый контроль. В ближайшее время здесь установят несколько дополнительных мусорных контейнеров, а состояние пляжной территории будут отслеживать ежечасно. Руслан Душевский, Анапа регион.